В декабре 2012 года жители города Видное обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Московской области Андрею Воробьеву с просьбой защитить Тимоховский овраг от вырубки и застройки. Тогда, после обращения горожан, Андрей Воробьев лично приехал в Видное и, осмотрев сосновую рощу, предложил разбить здесь городской парк. Прошло полгода. Какие изменения произошли в овраге, узнаете из нашего следующего сюжета. 19 июня временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом город Видное и проинспектировал, как ведутся работы по созданию городского парка. Посмотреть Тимоховский овраг – излюбленное место прогулок видновчан. Также пришли заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, депутат Мособлдумы Никита Чаплин, глава Ленинского района Сергей Кошман и представители городской общественности. 14 гектар вот этой зеленой зоны полностью теперь рекреационная зона города Видное Ленинского района. Издано постановление. Да, издано, правовой статус уже есть. Да, правовой статус. Он соответствует генплану. Мы попросим, Сергей Николаевич, правила землепользования застройки изменить так, чтобы невозможно было никакое строительство вести. Это последний этап, что должно быть сделано администрацией. В настоящее время в парке уже проведены работы по расчистке устья ручья. Производится и отсыпка территории рекреационной зоны песчаным слоем и слоем плодородного грунта. Вместе с этим ведутся работы по благоустройству. Создан детский городок, установлена скульптура и строятся беседки для семейного отдыха. Сейчас уже сделана центральная часть, она не до конца сделана, поставлены с помощью администрации и при помощи жителей, значит, беседки, благоустроена нижняя часть, газон засыпан. К 2015 году Тимоховский овраг полностью преобразится. Из презентации стало видно, что зеленую зону благоустроят. Здесь появятся не только велодорожки и экологические тропинки, но и лыжно-роллерная трасса, смотровые площадки. Андрей Воробьев еще раз подчеркнул, что в вопросе застройки оврага поставлена точка. Так что теперь жители могут не волноваться, а уже сейчас наслаждаться отдыхом в чудесном природном уголке. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.